Ну и прямо сейчас давайте поговорим о беспрецедентном предложении, о комплекте, которого мы так долго ждали, ведь комплект это удобно прежде всего. Это комплект Джаника. 3799 рублей, бесконечное количество вариантов, правда, Ань? Да, действительно, когда мы берем с вами комплект, мы всегда можем выглядеть по-разному. Но об этом мы сейчас поговорим, а пока давайте знакомиться с цветами. Итак, давайте посмотрим. Первый цвет, который мы сегодня для вас приготовили, цвет синий. Синий цвет, он всегда актуален, всегда очень модный. И этот цвет напоминает нам джинсовую ткань. Да, кстати, джинса модны всегда, вот, вне зависимости от сезона. Да, следующая расцветка, это эффектный цвет. Бирюзовый. Бирюзовый, да, тоже ваш любимый по вашим заявкам. Встречайте. И мне нравится, что он у нас с вами с белым цветом на контрасте выглядит очень празднично и нарядно. Да. Следующий цвет, который у нас есть для вас, это цвет серый с антрацитом. Серый цвет, это тоже практичная расцветка, но он такой красивый. 3799 рублей, комплект Джаника, наше супер специальное предложение, цена только сегодня. Ну и еще одна расцветка, это мой цвет, собственно, очень яркий цвет. Цвет коралловый называется, да. Выбирает его сегодня Надежда, и этот цвет очень ее освежает. Яркие краски всегда в моде, яркие краски всегда любят женщины. Да, согласна, особенно когда весна. Девочки, правда, хочется нарядиться, хочется что-то такое легкое. Вот показываю специально вам и крой, и текстуры, сейчас они нам все-все подробно расскажут. Но неимоверно, изумительно, просто подобраны складки, подобрана ткань легкая, подобран сам фасон, очень летящий. Очень женственный. 3799 рублей. Анечка, раскрой нам, пожалуйста, все секреты. Ну, секрет номер один, то, что это комплект, правда? Да, мне очень нравится, что здесь у нас сегодня комплект, вы получаете сразу две вещи. А значит, вы можете носить отдельно юбку, выбирая свой классно. Любимый топ. Или вы можете носить все вместе. Или убираете юбку и добавляете жакет, например, с джинсами, например, своими любимыми однотонными юбками или брюками. Вариантов может быть много, как видите. Ну, конечно да. же. Мне хочется сразу с вами, Надюша, поделиться, что здесь у нас невероятно приятная и легкая ткань. Это самое главное, ведь летом, весной, что нам нужно? Мы не хотим, чтобы нам было жарко, мы хотим, чтобы нам было свежо, чтобы нам было свободно, чтобы нам было вот летящей походкой ты вышла из мая. Помните вот эту песню? Кстати, летом очень многие ходят в парке танцевать, и вот в таком костюме вы будете звездой танцпола, и не только. Если летом вам нужно ходить на работу, это отличный повод порадовать себя каждый день. Давай посмотрим детали, потому что здесь их просто изумительное количество. Ну и деталей много, но самое главное, вы посмотрите, ткань у нас с вами полупрозрачная, а значит, как ты говоришь, мы легко можем ходить и танцевать в парке, и можем ходить на работу, потому что фасон у нас достаточно стильный, достойный. А кстати, ты обратила внимание, что здесь у нас с вами брендовая вещь. Эта компания Prestige Style радует нас сегодня яркими красками, цветочным принтом, ну и конечно, невероятно нежной, легкой, сетчатой тканью с эластаном. Ну так, друзья, если это бренд, тогда мы с вами имеем дело с качественным костюмом, который вам прослужит не один сезон, вы будете радоваться снова и снова. Далее, костюм – это неимоверно выгодно, потому что вы можете его сочетать с разным низом, брюки, юбки, джинсы, как уже сказала Аня, а юбку носить с разными блузами и топами. То есть за 3799 рублей вы разнообразите свой гардероб просто на десятки новых вариантов. Вам необходим этот костюм. У нас есть размеры. Анечка, какие размеры? У нас сегодня есть размеры от 50 до 64. Большой размерный ряд, поэтому рекомендую всем выбирать для себя яркий, нарядный костюм. Ну, конечно, давайте углубляться в детали. Давайте здесь посмотрим. Здесь у нас с вами великолепно украшена наша горловина, зона декольте. Она достаточно глубокая. И в то же время, вы посмотрите, ведь когда у нас с вами есть рюши, мы можем уже больше ничего не использовать в качестве украшения. И, конечно же, бросаются в глаза пуговицы. Огромные стеклярусы, которые будут нас украшать, давайте которые привлекают на них внимание. Детально. Да, это как будто броши. Посмотрите, наши пуговицы, они украшают полностью нашу блузу по передней части. И это красиво, это эффектно, это смотрится очень ярко, очень дорого. И опять же, полюбуйтесь на посадку. Наша Татьяна, у нее
формы пышные, да? Вот мне кажется, знаешь, Ань, чем пышнее формы у девушки, у женщины в этом костюме, тем он, ну, ярче, что ли, сидит и лучше проявляется. Вообще наши российские женщины действительно отличаются своими пышными, красивыми формами, и, конечно же, они привлекают взоры. Но когда есть формы и костюмы сидят прекрасно, они действительно соблазнительны. А вот по поводу сидят, вот наши телезрители покупают дистанционно, без примерки. Давайте посмотрим на зону талии, это самое место, самое коварное, самое капризное. Вот как у нас юбка по талии крепится, чтобы наши телезрительницы смело могли заказывать костюм Джаника. Ну, в этом костюме, конечно, вам будет комфортно, тем более вы посмотрите, у нас и рукава легкие, воздушные, и кружевом оформлен наш жакет, который украшает и скрывает недостатки. И теперь давайте, конечно, посмотрим на юбку. Посмотрите, во-первых, мы уже определили, что ткань у нас с вами эластичная, легкая, сетчатая, так еще и в поясе у нас нету ни резинок, ни пуговичек, ни молнии, ни пуговичек. Здесь у нас с вами только эластичная лента, которая идеально будет подстраиваться именно под ваши формы. И неважно, поправились вы сегодня или похудели, юбка в любом случае сядет на вас, подстроится под вас и подарит вам ощущение легкости, комфорта и уверенности. Кстати, Аня подтверждает твои слова, потому что по юбке у меня вообще нет никаких претензий. Дело в том, что юбка смотрится очень эффектно. И если вы посмотрите еще раз на зону талии, очень мягенькая резиночка, вообще просто плавный-плавный ход. Поэтому не беспокойтесь. Ну а сочетание верха и низа — это вообще очень стильно, очень дорого, очень эффектно. Поэтому если вы любите юбки, если вы любите платья, не отказывайте себе в удовольствии. 3799 рублей костюм Джаника. У меня называется цвет коралл, мне он очень нравится для лета. Но вы обратили внимание, что эта сетка будет ли просвечивать, Анечка? Нет, она не будет просвечивать, потому что производитель все продумал для мелочей. Во-первых, в жакете у нас полочка также уплотнена легкой вискозной тканью, которая не дает возможности просвечиваться. Ну а в юбке у нас есть внутренняя юбка, которая аккуратно обнимет ваши формы и не даст возможности ткани сетчатой просвечиваться.